стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский оставил Киев. И действительно, на всех роликах Владимир Зеленский выглядит одинаково. Автор анализа считает, что разгадка проста. Очнитесь! Все выходы за 4 дня сняты в одно время. Где прячется Зеленский? Кто его взял в заложники и не пускает на переговоры? Сами посмотрите все его выходы за 4 дня, последнее видео из своей резиденции он разместил 24 числа в 9 часов 49 минут. Следующее видео на зеленом фоне в зеленой футболке с щетиной. Дальше есть 2 видео на улице и 15 видео с того же ракурса на том же зеленом фоне в той же футболке с одинаковой щетиной. Где-то добавил зеленую кофту, где-то пододвинули флаг. Но снято все это в один раз, но поверьте, я снимала кино и вижу съемки одной сцены из разных смен безошибочно.